Всем привет. 6 часов утра. Я в Запорожье. Вот, на улице, на проспекте Соборном. Что я здесь делаю? Приехал ради одного проекта, который покажу вам позже. Буду встречаться с интересными людьми и кое-что беседовать с ними и снимать некоторые моменты. Ну и, соответственно, заодно сниму влог о том, как я это делаю. Ну, покажу вам немножко Запорожье. Я здесь был один раз. Вот. Когда ехал, думал, что вообще ничего не помню. А сейчас стал проезжать уже по проспекту, смотреть на пролетающие мимо меня дома. И вспомнил. Вспомнил как раз этот проспект. Вот, вспомнил, где тут что находится. Сейчас погуляю, пока тихо, пустынно. Вы же знаете, мне нравятся тихие, спокойные улицы, утренние. Лопомер, борода, зажигает города. Смотри сюда. Короче, вот встретились мы с Богданой, это моя подружка из Запорожья. Она спортсмен, она пытается напоить меня водой. Она говорит, любому человеку надо пить воду. Она мне уже пятый раз предлагает попить воды, а я не хочу. Она предлагает. Надо пить 2 литра воды, особенно летом. А ты не хочешь. А я не хочу. Короче, сейчас мы купим кофе и будем брать у лифтерши интервью. Лифтерши. Маленькая. Лифты открывай. Маленькая лифтерша, интервью. У меня, кстати, у ребенка упала маленькая игрушка в шахту лифта. Ты можешь помочь? Блин, да, конечно, приеду к вам. Давай, как друзья реагируют? Знакомые? Друзья, знакомые. Когда узнали там и сказали, мы больше не будем с тобой общаться. Да не было такого. Все поддерживают, близкие друзья знают, чем я занимаюсь. Первый раз, когда увидела женщину со штангой, твои эмоции, впечатления? Классно, круто. Они такие фигуристые все, сильные, красивые по большей части. Но я не скажу, что я сразу захотела быть такой, как они. Я всегда считала, что такие девчонки — это, ну, как бы недосягаемо. Но я в данный момент, у меня вот форма, там, красота тела — это не приоритет. В нашем спорте на первом месте силовые показатели, а так уже красота тела — это уже такое приложение приятное. Это психологически, морально тренировки такие, они на определенном этапе подготовки, они очень тебя могут так придавить морально, что ты можешь даже, ну, иногда думаешь, все, зачем это все нужно. Сейчас я успокоюсь. Вот знакомьтесь, это Богдана. Она говорить не умеет, она умеет только смеяться. Очень смешно в Запорожье просто живется. Ладно. Не делай такое серьезное лицо. Ну я привыкла по хортице ходить очень много. Для меня это не особо. Короче, собрала девочек, сейчас мы поедем на хортицу. На хортицу, на маршрутке.
вспоминаю. Нелегкая эта работа поворот, снимать. Поворот не туда. Снимать что-нибудь для проекта, брать реально там какие-то интервью. Это когда снимаешь влог, так вот для себя оно как идет, так и идет. А здесь надо же еще какие-то вопросы позадавать, чтобы человек настроился. Вот. Но сейчас у нас охрененная локация, Хортица. Мы сейчас идем с девочками, будем фотографироваться, снимать какие-то моменты, эпизоды. Ну, в общем, кайф. Мне вообще понравилось то, что, знаете, там в пятницу я не в офисе, например, а гуляю в отличной компании. Мне нравится такая работа. Вот. А вот эти проекты, которые я снимаю, я вам их обязательно покажу. Ну, по крайней мере, я дам ссылку. Ты в детстве во что играла больше, в кукол или в солдатиков? Ни во что не играла. Вообще не играла? Нет. То есть с детства... Игрушки были прибиты. Не, я в детстве любила на даче проводить время с дедушкой. У нас там с ним свои были игрища. Он меня катал на спине. И мы на даче зависали. Вот это было классное время. Никаких не было игрушечек, да? Да были игрушки, но как бы я не скажу, что я там сильно вспомню, чем я играла. Ну это собранное, да? Да, что-то. Здесь есть и репродукции, есть такие самые древние камни, курганы. Вот эти вот. Тут изначально было где-то около 30 курганов давным-давно. Из них сохранилось только 3. А остальные то, что здесь есть, это уже, ну, как бы люди сами, энтузиасты какие-то, досыпали. Угу. Там есть вышка, бекет. Это тоже уже наши люди доделали. Вот так есть по всему побережью несколько таких. Ну, это копия. Где-то оригинал или в Мелитопольском музее, или в Киевском. Я не знаю, скиф такой. Ну, в основном все бабы здесь, это какие-то воины. Вот, можешь показать. Вот меч, а там признак воина. Ага. Мне нравится вот эта баба, а мне почему-то кажется, что это женщина. Вот как-то так, по ощущениям. И вот она такая темная фигура здесь из всех. Она так как-то вдалеке. Не знаю, наверное, я ее с собой ассоциирую почему-то. Она еще так мхом красиво покрылась и засохла. Очень красиво. Что, залазить? Передавай привет подписчикам. Передаю привет подписчикам, вещам всем. Ладно, чатись. Красит, я обратно. Приехал такой. Загнал наверх девчонок. Моя двоюродная бабушка, она всю жизнь вышивала. У нас до сих пор в семье остались большие вышитые картины. У всех родственников они есть. И мне достались 2 вышитые рубашки по наследству, тоже перешли. У меня есть много фотосессий в них. Вот. Ну, я думаю, это так мое наследственное все. Я всегда любила делать вышитые подушки, я дарила друзьям, знакомым. Вот. Потом люди начали спрашивать, можешь ли ты мне сделать. Я тебе там заплачу, ты только сделай. Я говорю, там какие деньги, пожалуйста, я так сделаю, потому что я это люблю. Вот. И как-то так это все началось. Тот сказал тому, тот сказал тому. И потом уже люди начали просто мне как бы предлагать заказы. И как-то само собой все получилось. Мне на самом деле здесь очень нравится. Смотрите, какой... охрененный вид. Вообще Хортица это непередаваемое впечатление. Тут хочется быть долго, хочется здесь все облазить, все посмотреть. Ну вообще тут очень клево. И очень жалко, что я приехал сюда буквально там на несколько часов. Смотрите, какой вид просто сумасшедший. Эй-эй-эй! Thank you.
основные заказчики — это парни где-то от 18 до 30 лет, в основном атошники. Ну, или это из Европы какие-то парни тоже. Девушек где-то, наверное, процентов 20 заказывает, и то для своих парней. Ну, там, и очень редко для себя. Вот. А последнее время начали заказывать уже для детей. Вот у меня появились подушки именные. Я вышиваю руническим шрифтом имя ребенка и там какие-то символы. И вот начали в последнее время заказывать именно для деток какие-то обереговые такие подушечки. Я уже стала чаще выкладывать посты и на английском, и на русском. Но так как я неплохо знаю английский, то я решила, что мне стоит это использовать. И тем более, что много есть подписчиков, которые ну, из Америки, из Европы, и им тоже интересно, о чем я говорю. Что я рассказываю, и думаю, то, что я выкладываю какие-то вышивки, им, например, может быть непонятна какая-то символика славянская именно или еще какая-то, и я могу им рассказать, объяснить, это будет им интересно. А вот вся природа, она для меня божественна. Ее надо ценить, оберегать, любить, мы с ней единое целое. Я сама наедине общаюсь с природой так, как мне нравится. Я избегаю людей в основном и не люблю большие скопления. Поэтому я прихожу сама на капище, которое я люблю. Я не люблю, ты знаешь, мне кажется, места, вот эти все капища, в том числе этот скифский стан, они как накапливают энергетику всех этих людей, которые сюда приходят. Ты хотела бы жить не в Украине? Много задают такие вопросы, много знакомых отсюда уехали, особенно кто работает в IT-сфере. Но, знаешь, я бы не уехала отсюда. И мы здесь семья моя, и муж, родители. Наверное, я бы не сказала, что это держит. Пока молодой, можно попробовать и уехать, но ну, я не уеду. Твоя дочь, она видит тебя за работой, она видит, как мама вышивает. Она сама не хочет вышивать или там мечтает, может стать? Да, тоже. Она иногда просит, мама, да, я тоже хочу вышивать. Я иногда и даю, и она уже раз пять, наверное, вышила руну Альгиз. Она ну, знает несколько рун, названий, вот это у нее самое любимое, и она постоянно, мама, покажи мне, как Альгиз вышить. Ну и пытается что-то там. Ну, я ей покажу пару стежков, ну, это такое что-то непонятное, ну, это так, чтобы приобщить, но я никогда ее не буду заставлять заниматься тем же самым. Моя мама всю жизнь шьет, и она и вышивает, и вяжет, и она никогда тоже меня не заставляла это делать. Просто я выросла в такой среде, где все, не только моя мама, и ее сестры, и бабушка, все творческие, и рисуют, и шьют, вышивают, все это делают, и как-то впитала в себя с детства. Подушки с руническими надписями, например. Это впервые было у меня, так что такого, ну, сейчас уже пытаются повторять, я видела не раз. Ну, ладно. Ну, такого нигде нет. И по скандинавской тематике тоже небольшой выбор я смотрела. Есть девочки из Европы, которые тоже вышивают, например, какие-то там шлемы ужаса, компасы или рунические круги. Ну, это распространено просто. А славянские вышивки именно или традиционные какие-то украинские, это тоже все распространено. Я сейчас думаю над еще более чем-то таким, кто никто не вышивал. Ну, это уже будет потом видно, я пока не буду ничего говорить. Мы не пьем, это не алкогольное. Ну, мы чокаемся. ЗОЖ. Блин, какая у меня штука крутая. Кофейный лимонад.
девчонки привели меня в заведение. Девчонки привели меня в заведение, которое называется «Крыша». Мы сидим на крыше и, собственно, наблюдаем просторы вот этих вот советских пятиэтажек, домов. Вот. Классно сделано. Можно любоваться. Смотрите, какой шарик, как он крутится. Вот будете в Запорожье, обязательно посмотрите на этот шарик. Богдана говорит, потому что, возможно, на камеру это будет не так интересно смотреть, а вот именно вживую офигенно. Прикольно, что-то тоже какая-то новая штука построена. Там дальше вот еще лежат кучи строительного материала. Что-то копают, строят, приукрашивают, так сказать, город. Горшочки всякие с цветочками, как в Николаеве у нас тоже тут. На каждом углу висят. Прикольно. А еще заметил, здесь на каждом шагу продают кофе Лаваца. Называется Лаваца Кофе Шоп. Реально на каждом шагу стоят будки. Ну и нормальный выбор кофе. И нормальная емкость, разные стаканчики, делают быстро и на вкус даже очень так ничего. Ну, получше, чем какая-то там арома кава. Вот. В других городах, ну, опять же, может быть... Короче, здесь мне это сильно бросилось в глаза. В Николаеве я такого не видел. Место называется в Запорожье Радугой. Вот это одна из достопримечательностей Запорожья. Я даже когда ехал сюда, в Фейсбуке задал вопрос, чтобы посетить Запорожье. И несколько человек написало Радугу посетить. Радуга — это вообще что? Это какой-то парк? Это парк. Здравствуйте. Есть что? Есть что? Она туда хочет. Ой, маленькая, она не может. Ну, давай. Ого. А вот мы подходим уже к памятнику Святославу. Святослав Игоревич у нас тут. И поезд мой сразу же подошел, поэтому сейчас прям и спать. Пришла пора разыграть наш паракорд-сет от компании Guardian Paracord. Вставляем сейчас ссылочку на наш ролик, на Lisa On Air, и нажимаем клавишу «Мне повезет». Пошла загрузка комментариев. Пожалуйста, Костя Токарчук. Сейчас мы перейдем к Косте в профиль, посмотрим, репостнул ли он нас. Вот он, Костя, живет в Виннице. Так, Костя Токарчук, 9 июля, браслет из паракорда. Говорим о паракорде Guardian Paracord. Все, Костик, поздравляем тебя. Ты выиграл 40 метров крутейшего паракорда украинского производителя. Мы с тобой свяжемся. На камеру покажи. Давай. Выставь бедро.